Итак, всем доброго здравия, дорогие мои любимые люди планеты Земля. Я перед этим отправлял ролик, записывал. В нем я читал вот из этой своей книжечки одну вещь, которая называется «А есть ли смысл в жизни?». Люди посчитали, что там отдельные стихотворения. Нет, все это целиком и полностью одно произведение. Просто она идет абзацами. И вкратце люди попросили меня, если есть возможность, просят еще почитать из этой книжечки. Некоторые спрашивают, где ее можно приобрести. Эту книжечку приобрести пока нельзя, потому что я ее изготовил в одном всего лишь экземпляре. Почему? Потому что у меня не хватало денег на большее. Ну и не знал еще, как ее воспримут люди тогда. Эту книжечку довольно-таки дорого сделали. Да, она цветная у меня. И тут-то есть у меня цветные выдержки. Ну и в то же время эту книгу сделали с большими огрехами. Ладно, я не шибко образованный, грамотный человек. Я это и не скрываю. Но люди, которые печатали эту книгу, готовили ее, делали ошибки здесь. Мало того, ошибки допустили. Они умудрились в начале строчки ставить запятые и точки. Ну и много таких огрехов здесь было. Ну, главное, я рад и счастлив, что она все-таки есть, эта книжечка у меня. И можно, если это будет необходимо, распечатать еще подобных книжечек столько, сколько будет нужно. Предисловие хочу сказать, как начала писаться эта книжечка. Эта книжечка начала писаться уже более так осознанно. Сначала, да, более так осознанно это с 86, 87, 88 года, когда началась перестройка. Когда пошли такие слова, как перестройка, приватизация, разгосударствление и так далее. Все эти слова, тотальная коммерциализация началась. И меня все эти слова начали задевать. Я стал над ними задумываться. И в то время я как раз работал каменщиком в одной организации ПМК 1303. Меня оттуда послали учиться на комбайнера. Тогда это так было заведено. И вот тот учитель, который, по идее, должен был нас учить механики этого трактора, как комбайна, вернее, как на нем работать, как аккуратно колоски все, чтобы собирать, чтобы они не потерялись, чтобы зернышко не рассыпалось, как с любовью относиться к земле, хлебушку. А этот учитель нас учил вместо этого, как зарабатывать деньги, как побыстрее бункер забивать, набирать зерном, как побольше заработать денег, как там маневрировать по этому полю, чтобы быстрее забивать бункер полный зерном, чтобы можно было заработать как можно больше денег. В общем, хитростям всяким учить стал. Я с ним из-за этого поругался. И бросил это учение, и бросил всю работу совершенно. Потому что именно в это время мне стало открываться
И стали открываться эти слова: перестройка, разгосударствление, приватизация, тотальная коммерциализация. И я стал писать свое видение будущего, в принципе, сегодняшнего дня. Я увидел сегодняшний день, и я все это, обо всем об этом написал. У меня стало выражаться все это в стихах, песнях и в прозе. У меня скопился небольшой материал. И тогда я выпустил брошюрку. Она была тоненькая такая брошюрка. Не помню, сколько ли страниц там точно. Ну, страниц 20, наверное. Она вот и называлась тогда, та брошюрка, я ее называл «Ты подумал о будущем своих детей». Я эту брошюрку раздавал бесплатно у себя здесь в городе Кустанае и в Москве. Ну, я когда собрался, у меня материал приличный, я полностью обосновал происходящего и исходил я от психологии человеческой. Что с психологией человеческой может произойти, если будут они производить те или иные деяния? Что будет происходить с природой и с самим человеком? Как психологически он будет изменяться и отнюдь не в положительную сторону? Я это все обосновал. Сначала начал ходить в обком партии, тогда еще были обкомы партии здесь в городе Кустанае. Князев у нас был тогда первый секретарь, он же был и последним секретарем обкома партии. Но Князев оказался неспособным дать какие-либо ответы. В оконцовке он стал от меня прятаться. Ну и не увидев здесь никакого результата, я поехал в Москву. В Москву я сделал несколько экземпляров своих материалов и стал их раздавать в такие точки, как в Кремль, КГБ московское, в Останкино, в передачу «Взгляд». После того, как я отдал свои бумаги в передачу «Взгляд», передача «Взгляд» больше не вышла. И Листьев сказал, якобы по соображениям политическим, передача «Взгляд» закрывается. Листьев, да, тот самый, которого застрелили. Я любимого там встречал, ему сначала отдавал эти бумажки, он их взял, а потом от них сразу же, как от огня оттолкнулся, мне вернул в руки, говорит, они слишком тяжелые и горячие. Потом я встретил там Политковского. Взрослые люди должны помнить. Но Политковский сам тоже начал отнекиваться. Сначала взял, а потом стал отнекиваться. И пригласил своего главного редактора. И вот главному редактору я передал материалы. И передача «Взгляд» после этого закрылась. И вот сейчас уже, в 17-м году, я выпустил вот эту вот книжку. Я ее оставил под тем же названием. Это в доказательство того, что на мою духовную составляющую за все эти годы ничто не смогло повлиять. И я остался верен своему пути. И вот сегодня, и то, что я пришел в отряд Александра Габушева, шамана, это не случайность. Это смысл моей жизни. Просто я увидел человека, который не словами, а делом стал делать божественное дело. Он вышел так, как его направил на этот путь Отец, наш вечно любящий нас всех Бог. Итак, люди попросили почитать с этой книжечки, я не буду затрачивать много времени. Я начну тогда сначала. Тут есть предисловие, как в всех книгах, но я, наверное, думаю, пока его не надо читать. Я начну с первой вещи, которая была в той брошюре тоже у меня на первой странице.
Называется эта вещь обращение. О, люди, люди, к вам я обращаюсь, в ком бьется сердце и жива душа. Пробудитесь, встряхните головою, замрите, задумайтесь на миг, правильно ли шагаем, не раздавим ли мы своей ногой своих родных и неродных детей. Ведь вы поймите, умоляю, что выдох наш сегодняшний, верный или нет, с ошибкой или без, отразится на вздохе завтрашнем. Ни в чем невинных наших, наших детей. Пусть и я не умен, но душа болит, и сердце тревожит, слыша невинных и не мной зарожденных. Ох, как стонут они, ох, как горьки их слезы, ох, как хочется мне им всей душою помочь. Ох, как просят они, подождите, нас просят, не спешите топтать нас, детей, и неосмысленным шагом губить землю, а значит и нас, детей, людей. Вот такая вот вещь, это была моя одна из первых. И сейчас я еще хочу две вещи прочитать вам. Это уже более-менее свежее, это одна вещь, это вещи 2016 года, одна и вторая, да. Первая из них называется «Нам у истоков просить бы прощения». Мы дикарями первобытными первоистоков людей называем, но то, что это наши предки, мы почему-то забываем, словно с другой они планеты, и между нами связи нету, будто совсем они тупы, а мы разумны и умны. Но археологи нашего века их древних находят творения, и почему-то у нас умных не хватает ума их, тупых, в кавычках, осознать деяния. Зато, лукаво мудрствуя друг перед другом, свои безумия прогрессом цивилизации оглашаем, забвением прошлого будущее уничтожаем, утратив духовное, материальное обожествляем. Оглянитесь вокруг, в себя загляните, какой образ жизни собой порождаем. Безумие с развратом по землице в обнимку гуляют, наше разумение с собой олицетворяют. Нам бы сообществом всем на колени, да у истоков просить прощения, со слезами, да так, чтобы самость и гордыня в смирении и совести растворились. Вот тогда и любовь, и счастье расцветет на планете в душах, и прозрением весенним несчастье сойдет с землицы, как талый снег. И еще одно, третье, называется «Бога мир прекрасен». Прекрасен мир, сотворенный Отцом. Все цвета присутствуют в нем, голубой и черный, белый и зеленый. В балансе все противоположности энергии живой.
Вот он, рай земной, Богом для нас, людей творенный. Здесь, сейчас, в цвету родной, природа дом наш мыслью тканый. Здесь все ласкает солнце луч, любви взаимной душ рожденье, и лишь живой музы звук услаждает жизнь цветенье. В единстве вся вселенная, и маленький цветок, и звезда далекая, и человек, и жучки по земле снующие, и облака по небу плывущие. В гармонии все благоухает, но человек ничего не замечает, выполняя замысел не Бога, сущности иной, погряз суетности материальной, бытовой. Нарушив закон духовного бытия, энергии противоположных баланс в пространстве нарушается. Порывая с природой связь, с Богом нить разрывается. И устремляется человек на путь технократический, пагубный, самоуничтожающий, к сегодняшнему дню ведущий, уничтожая на своем пути рай земной, дом для него же человека, Богом сотворенный. Всем вам, дорогие мои, доброго здравия, пробуждения и прозрения нашим душам. Я вас всех люблю.